ГК, значит, статья 240 ссылается также на пункт 3 статьи 263 аудиовизуальное произведение. Так, ГК РФ, статья 1263 аудиовизуальное произведение. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 от 18.12.2006 года, номер 230 ФЗ. Первое. Аудиовизуальным воспроизведением является произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений с сопровождением или без сопровождающего звука и ограниченное для зрительного или и предназначенное для зрительного или слухового, в скобках, в случае сопровождения звуком, восприятия с помощью соответствующих технических устройств. Аудиовизуальное воспроизведение включает кинематографические произведения, а также все произведения, выраженные средствами аналогичными кинематографическим, теле, видео, фильмы и другие подобные произведения, независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации. Авторами аудиовизуального произведения являются режиссер-постановщик, 2. Автор сценария, 3. Композитор, являющийся автором музыкального произведения с текстом или без текста, специально созданного для этого аудиовизуального воспроизведения. 3. При публичном исполнении и при сообщении в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции аудиовизуального произведения, автора музыкального произведения с текстом или без текста, использованного в аудиовизуальном воспроизведении, сохраняет право на вознаграждение за указанные виды использования их музыкального воспроизведения. 4. Право изготовителя аудиовизуального воспроизведения, то есть лица, организовавшего создание этого произведения, продюсера, определяется в соответствии со статьей 1240 настоящего кодекса. Изготовителю принадлежит исключительное право на аудиовизуальное воспроизведение в целом, если иное не вытекает из договоров, заключенных им с авторами аудиовизуального воспроизведения, указанного в пункте 2 настоящей статьи. Изготовитель при любом использовании аудиовизуального произведения вправе указать свое имя или наименование, либо требовать такого указания. При отсутствии доказательств иного изготовителем аудиовизуального воспроизведения признается лицо либо или наименование, которое указано на этом произведении обычным образом. В редакции от Федерального закона 12.03.2014 года номер 35 Федерального закона. Так, также смотри в редакции. 5. Каждый автор произведения, вошедшего в составную часть в аудиовизуальное воспроизведение. Каждый автор произведения, вошедшего в составную частью в аудиовизуальное произведение, как
существующего ранее, автор произведения, положенного в основу сценария, и другие, а также созданного в процессе работы над одним, оператор, постановщик, художник, постановщик и другие, сохраняют исключительное право на произведение, за исключением случаев, когда это исключительное право было передано изготовителю или другим лицам, либо перешло к изготовителю и другим лицам по иным основаниям, предусмотренным законом.